Так, ребята, всем привет. Тарас Владимирович. Всем привет. Сегодня мы с Тарасом собрались немного порыбачить. Приплыли вот в такое место. Речушка у нас уже обмелела. Спустились на низа. Вон, водички уже в реке мало. Вон, видно берег, который весной даже заливается. Выше травы весной воды здесь было. Ну, а сейчас мы с Тарасом Владимировичем попробуем на хапуге порыбачить. Две у нас вот такие вот хапуги. То есть вот так вот она выглядит. В свободном состоянии, ну, без поплывка она продается, к сожалению. Если кто-то хочет такие вот хапуги приобрести, то ссылку снизу в описании оставлю. Сами делаем, сами упаковываем, сами вам отправляем, скажем так. Показывай, что вообще такое хапуга. Подожди, вот, надо размотать. Пока размотаешь. Кайм, сейчас не сезон для хапуг, но вот она вся опускается в лунку, достигает дна и показывает. Раскрывается. И раскрывается вот так вот. Ну, показывай на дне. Опускай, опускай, вверх поднимай это все. Сейчас подожди, я тут зацеп. Вот, подними руку вверх, чтобы было понятно, что это такое. Вот, ребят. И получается, вот так вот стоит вот этот вот квадрат на дне. Вот здесь вот натянута сеточка. То есть, когда в сетку у нас что-то попадается, начинает сверху дергаться поплывок, и мы ее вытаскиваем вместе с рыбой, предположительно. Сейчас попробуем, как сработает наша теория. Оп, она у меня не привязана. Тут не глубоко, да? 2,5 метра. С половиной. О, уже дна ударилась. Ну. А где поплывок твой? Второй? Сейчас, вон он. Мы там в прошлый раз с тобой рыбачили, там поглубже было слегка. Да, так же там и было. Чуть не убежал от меня хапуга. И все, настраиваем поплывок вот так, чтобы... Во. Все. И все, теперь ждем, пока клюнет. Обломаю. Ну и все, смотрим. Ребята, Тараса клевало. Давай, 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 теперь давай, давай. Я еще не успел хапугу развернуть. А у него кто-то уже. Кто-то бьется. Да, бьется кто-то. Ух ты, ничего себе! Вот это лещара! Блин, я еще даже не успел свою хапугу распустить. Так, знаешь что? Тазик надо освободить, наверное. Ну слушай, лещар здоровый. Лещар, он бился, нифига себе. Я прям чувствовал, как он бьется. Так. Ух ты, блин. Так, ладно, ты пока доставай, мне охота уже быстрее хапугу закинуть. Я сейчас бушлат скину один. Так, с лещара начнем. Итак, я еще не успел развернуть хапугу, а Тарас Владимирович уже заломал леща и карася. Все, теперь настроили две хапуги. Обе они на дне. Сейчас у меня что-то клевало. О, меня клюнуло. Давай. Тарика клюнуло. Бьется, бьется. Тарик успел подсечь, а я пока камеру включал. Ух ты. Йоколы мне, вот это сазаняра. Отлично. Отлично. Нифига он ударился так мощно. Слушай, уже не бьется, уже как зимний. Да, помогать будешь мне сейчас. Так, а ты поглядывай на мой поплывок. А то есть тут сазаны ловят. Отлично. Так, все, сюда. Ставь вот сюда ставь. Давай, с этим помогай. Все, держи. Три рыбки и карасик маленький. А давай вот так. Разворачивай. Потихоньку. Тихо. Сейчас нам здесь все. Он уже там башкой. Ага, воткнулся. Давай, короче, его посильнее разворачивай. Подожди. Так протянуть хочешь? Да. С другой стороны. Я вот так вытащу. Ну а что сделаешь? Он уже дырку сделал. Ну, можешь попробовать его. Да нет. Смотри, какой желтый, короче. Ну, 1,5 килограмма. Да. Сазанчик такой. Мне кажется, он в другую сторону бы прекрасно вылез. Может быть. Нифига, сазан. Давай попробуем в другую сторону. Красавчик. Давай я еще чуть-чуть распущу. И вот так вот. О, вылез. Да, в другую сторону. Красава. Ой, ты, блин. Да, тут туда упал. Там, тут. Ну ничего страшного. Там, наоборот, даже лучше. Да. Давай-ка. О, ребята. Такого вот. Отличного сазана Тарику удалось заломать. Ё-моё, не ожидали мы, что сазанчики. Помоги. Ну-ка, дай-ка я сначала вот это положу. Давай. Ах ты пилой. Да, локу надо побольше. Вот так. Это. Сними его. Одной рукой жутко неудобно. Понятно. Я пока на твою голову смотрю. Все-таки зимняя снасть и летом работает. Так. Еще как. А, это вон того нахальца. Надо выкинуть будет сейчас сразу за борт. Таких мы не берем. Подожди. Детей отпускаем, да? Мелочь мы отпускаем. Нифига сазан забежал, а. Вот это классно, мне отлично, понравилось. Отлично. Я не ожидал, я прям почувствовал, что в этот раз я прям почувствовал, что там кто-то бьется. Ну правильно, он убился. Удар такой, нехилый. Слушай, ты опять не облавливаешь? Ну, подожди, еще не вечер.
Ага, там сидит. Вот такого, ребят, поймали сазана на хапугу. Сазан хороший, килограмма полтора есть. Ну, побольше, наверное. Ну-ка, боком вот так поверни. Нет, другим. Нет, в смысле, пузом как бы на меня. Вот так, во. Во. Ну, килограмма полтора точно есть, да. Не, полтора точно, может даже побольше, да. Но. Жирок он хорошо уже нагулял. Хороший будет сазанчик. Уже мы рады, что выехали на рыбалочку. Да. Не зря. Только вот Тарик меня опять облавливает, хулиган. Чё-то ты ел. Хот-дог съел. Опа, ребята, у меня кто-то клюво. Сейчас посмотрим, кто там. Опять нет никто. Что за ерунда? Ну, било хорошо. О, да, вообще потянуло. Ладно. Пил. Ладно. Ждем еще. Не думал, что на хапугу такие промахи будут. Но все-таки рыба еще, видишь, еще не зимняя. Шустрая, шустрая рыба. О, а что поплавок такой там? Как мне так сазан попался, я сам в шоке. Ну не чувствую. Пока я настраиваю свою хапугу. Верхом. Тарик. Лещ. Ага, вот понял, они, они верхом ходят. Вот поэтому мы их поймать не можем, они сверху, видать, сейчас сматываются. Сейчас водичку маленько вылью. А то мне что-то неприятно будет в воде сидеть. Хотя мы уже с тобой налили ее так. Да налили уже воды в лодку, да? Все равно. Давай, чтобы он заберешь? Не упал. Сейчас. Эх, ты все равно. Упал. Ну и ладно. Достанешь? Сейчас, ребята, объясню, почему не ловится. Расправь маленько хапугу. Угу. Расправляй прям больше. Получается, мы их не можем поймать, они верхом плывут где-нибудь вот здесь. Вот, если вот ты... как этот. Да, вот этот поймался прямо вот здесь. Он здесь вот ткнулся, и пока мы сворачиваем, пока мы сворачиваем, он успевает сворачиваем, смыться. А если он внизу попадется, то, конечно же, он... Вот, и чтобы свернуть, надо раз пять дернуть. Надо, раз, да. Три, точно. Такие вот лещары попадаются. Так, у Тарика сейчас кто-то там клевал. Сейчас, если потянет, то вытаскиваем. Клевал опять, наверное. Сейчас тянуть? Не знаю, да нет, наверное. Ну, кто-то мелкий совсем. Если кто и был, то совсем. Да нет, тут стерильный клев. Ладно, достанет тут. Мне так кажется. Да, кто-то делся. Тарик, там опять кого-то... Ух ты! О, судачок! Красавец. Судачок. Успел? Ты смотри, успел судачка зайти. Тряхну маленько эту всю фигню. Да ты смотри, раз. Он как почти прошел. Все равно у нас воды, по-моему. Да ну все равно будет меньше. Я-то думаю, надеюсь, что мы много рыбы поймем. Че, подмогешь? Давай вот так вообще отщепили. Так, он с какой стороны? Вот с этой. О, отличный судачок. Не сильно большой, ну такой грамм 500 максимум. Сметанный. Ну, да, сметанный. Сметанный. Этот опять верхом, наверное, ткнулся. О, и у меня кто-то там дергал. О! Ура! Карасямба. А, зато самый здоровый карась, да, сегодня. Че, ну, подожди, ну давай. Давай, я буду распускать. Да, здоровенный карасевич. Так. С этой разы стороны. А, молчу. Давай. Все, давай. Кидаю. Такой карасямба здоровый. Да, хороший карась. Ближе перекинул, да? Мне кажется, в этом дело. Не знаю, может быть и в этом. Тащу кого-то. Камеру. О! О, лечь! Опять вверху, ё-моё. О, видишь? Вот мы что-нибудь не успеваем-то. И верхом. О, и змея. Змею мы забор. Давай, подержу. Лещ покатился. Опускай, я... опускай. Опускай. Да ты, я отпустился. Я вот эту держу. О, не все у него нижний плавник. Как будто перепутал и с верхним. Так, наверное. Тарас кого-то там тянет. Не знаю, бьется. Вот. О, и у меня клюв. Да. Лещ. Смотри, вижу. У тебя лещ. И у меня лещ. Видать, стайка лещей подошла. Я тебе подержу. Ну да, сначала у тебя четко клюнуло, потом. Да, и у тебя. Вот такие вот. И у Тараса такой же. Стандартный. Так, ребята, кто-то там клюнул у меня. Сразу же я не вытащил. Сейчас жду, пока еще раз дернет. Да ё-моё. Пугаете меня тут сазанов. О, не знаю, но кто-то потеребил-то мой поплавок. О! Давай, помоги. Он не так уж и высоко уже был.
О, нифига себе, он подскочил. Ну, разворачивай, разворачивай. Так, где вот это? Да, в лодке, конечно, не самый удобный способ. Но как бы. Ну лучше, чем ничего. Лучше, чем. Нет, со льда-то вообще будет прекрасно на этих опугивать. О, какой блестящий. Здорово, вот это, наверное, самый большой. Ага. У меня пока что самый большой карась и самый большой лещ. Лещ. Мне еще надо самого большого сазана поймать. А у меня пока самый большой сазан и самый большой судак. Потому что они единственные. Да. Так, опять кто-то у меня вроде там что-то пошевелил, поплывок. Ждем уверенной поклевки. Чтобы аж лодку повело. О! Ёлки-палки! Давай, тащи, что есть. Это мимо лески там что-то потянул. Я промахнулся. О, все равно поймал, нет? Нет, я промахнулся. Я смотрю, ты как-то запрыгал. Я обычно в руках держу леску, а тут что-то думаю, ладно, пускай полежит так. Я ее хватит, не поймал с первого раза, хватит. Ой, блин. О, что тут? А я, о, время потянул, сейчас посмотрим на результат. Ух ты. Ух ты, два что ли леща? Прикольно. Так. Где кто? Давай. Ты, наверное, сверху. Ты пыхает. Ну ладно, давай я распущу сильнее тогда. Я думал, ты верхний успел больше таскивать. Опять здоровенный. Угу. Лещара. Лещ тоже чуть подальше закинул. Я прям что-то под лодочку швырял. Поклевывает потихоньку сегодня. У тебя клюет. Ну что ж ты? Я смотрю к тебе. А ты. Ох ты, спасибо. Йоколы мне, Тарас! Спасибо большое, Никита Александрович. Ты молодец! Если бы ты не сказал, я бы его прозевал. Я понял. Итак, Тарик уже сегодня второго сазана, ребят, зацепил. Ништяк. Вот это улов у нас, да, сегодня. Так. Да, ну как, Тарик? Ты подсказал, молодец. Я, да, ты что-то прощелкал. Я на твою хапугу отвлекся. Смотрел, что она у тебя не раскрывалась, почему. И это ты мне крикнул уже, что у тебя клюет, и я схватил. И вот результат. Так, сазаны рвут немного наши хапуги, но я думаю, на уловистость улов это не будет влиять. Так. То есть вот, получается, дырка еще с прошлого сазана осталась. Нет. Ладно, ладно, давай, пес с ней, с дыркой. Ну такой, слушай, по-моему, еще крупнее, чем тот. Он такой же. Может быть. Ну приятно, приятно. И смотри, сазан, хоть я и прозевал, да, он все равно стоял там. То есть он помедленнее сазан. Может быть. Одинаково. Прозевал. Так, Тарас, там кого-то вроде тянет. Не знаю, тяну, нет. Ух ты, вот это судак, Кен, ё-моё. Камера, к сожалению, не успел включить, когда он там резко... Ну, блин, Тарас, ты сегодня двух судаков поймал. Сазана поймал. Двух сазанов. Двух сазанов поймал. Ёкало, это вообще здоровый судак, блин. Вот это хорош. Так. Ты на мой поплавок смотришь? Да, может, я там стая судаков плывет? Да, я тоже уже подумал, вдруг еще идет где-нибудь. Вот это судак хорошая, дровинка. Я таких, наверное, еще ни разу не ловил, ни на что. Вот. Видел, как мужики ловили? Да вот, не хочет он открыть случайно? Говорю, случайно рот он не хочет открыть? О! Да все, все, закидывай. Надо же его упустить. О! Отлично, судакен. Ну, это больше кило. Да, это больше. Ух ты, теперь ты показывай. Так. Вот. Его как щуку не поломаешь, наверное, да? Нет. Это не та рыба. Ну, отлично, у нас уже результаты. Два сазана и судаки. Неплохо. Переплытись, то буквально 20 метров. А зачем? Не, ну просто здесь вроде реже стало клевой. Ну да, но может сейчас подойдет. Может. Давай еще 5 минут ждем. Давай. Я вытаскиваю еще щучару. Давай. Килограмм на 5. И уговорим. Уговорим. Так, 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 так. У тебя кто-то хороший там. Кто-то даже бьется. Ох ты! Щука! Ты только про щуку вспомнил. Да?
Ёлки-палки. Вот смотри, щука. Как хорошо билась. Билась. Она, видать, зацепилась. Так, тихо. Давай, я буду помогать тебе. Подожди, она там зубами начила. Ёк, макарёк. Вот она отсюда зашла. Вот. А, вот. С моей вот этой ближней головы. Вижу. Фига она билась. Надо, щука запутывается сразу. Тихо. Помнишь, та щука тоже билась. Тихо. Вот что, поймали мы. У нее зубы острые. Она либо дыру, либо запуталась. Ну ништяк. Ну вообще сегодня рыбалка. Два сазана, два судака, щукан. Лещи не в счет. Вон какой суд. Да чело. Ё-моё, сазанчик. Давай, или сломай ее, наверное. Так. Она будет прыгать, замучена. Ладно, щуку мы... Ну, успокоишь. Ну вот, отлично у нас уже результат. И щука, и сазанчик, и судачки. Ёлки-палки. Разнорыбица. Не, не будем менять место. Я тебе тоже самое говорю, какая разница. Ништяк. Чёрт. Сейчас минут 15, наверное, ничего не клевало. Попробуем немного переплыть метров 50 в какую-нибудь сторону. И закинуть там свои хапуги. Так, ты отвязался? Отвязался. Все, давай тогда вытаскиваем. Тебе отдаем, я на веслах грибу. Метров 50 вперед. Вот к нему привяжемся. Давай. Ну вообще мне нравятся хапуги. Мне тоже, я не ожидал, что мы сегодня. Я сам не ожидал. И судак такой отличный, и щука, ё-моё. Сазаны, ё-моё. Я вообще обалдел, когда. Держи хапуги. Блин, они ломкие вообще. Ломаются. Ничего, привяжемся все равно. Итак, сейчас немного переместились, на новое место закинули хапуги. Вон у меня поплавочек правый. Вот там у Тараса. Посмотрим, что здесь. Поймаешь здесь сазана? Не уверен. Я видел сам своими глазами, что прям клевало, прям уходил под воду. Лук. Вот. Сейчас я увидел тоже, что клевало. О! Лещ. И карасик. Здравствуйте. И карасик. Привет, лещ. Нифига, он запутался. А на том-то месте лещи уже не ловили? Да, кстати. Неужели мы там всех выловили? Да ну нафиг. Бьется. Тарик, там ну, кого-то бьется, все-таки бьется, тащит. Ты не поверишь. Ёлки-палки, да ну нафиг. Тарас Владимирович. Ты задал, это вообще здоровый создан. Слушай, я камеру опять... Включил? Ну сейчас-то включил, давай, тихо-тихо-тихо, давай. Да. Не навесу его, чтобы, а вот так, все, тихо. Ну вот так, вот этот здоровый карась. Так, где он? Опа. Давай, хватай его, Никита. Это здоровый карась, да? Карась, да, я ж заболтался. Это больше тех карасей, карась. Ёлки-палки, ребят. Вообще, ну это килограмма за 3 точно. Вот, чтобы вы понимали, вот это сейчас полторашку возьму. Вон, видно, что намного больше, да? Трешечка есть. Отлично. Ништяк, слушай, ты... Ой, а, вот. Ты молодец, что решил перейти. Так, у меня кто-то там, ребята, теребит. Посмотрим сейчас, кто там теребонькает. Опа, ха-ха, два карасика. Где мой сазаны? Давай, держу ты. Расшепелявливаю. Так. Ого, там почему-то карась уже вывалился. Дыра, что ли? Ага. Нифига себе. Причем в таком месте как бы. Вываливательно. Не сам. Мелкий сырь, как порепанный весь, да? Да. Весь в пиявках. Весь в пиявках. И что это такое? Так, такого мелкого мы отпускаем. Еще и глиста там какого-то пиявочного. Надо вот кто-то большой. Тащу, ребята, опять кого-то. Этот прям хорошо бил. Хорошо бил и всплыл. Зря сигарету выкинул. Прям бил, нифига там тонуло как это. Че, яма? Да фиг знает. Да не яма, там просто веревка короткая. Било, то нифига там по полу, как под воду уходил. Ну. Вообще, ну там откуда?
как минимум. Ага, слушай, там поглубже маленько. Тут можешь перекатить какой-нибудь. И у меня там тоже справа поглубже. Кустам. О! Ё-моё! Что такое? Чё там? Я не понял. Посмотрел, поплавка нету. Ох ты, это подъязок! Подъязок хорошо бьет. Я просто оглянулся, поплавка нет. А где седа? Да, я не понял, в какой момент. Вот он, вот в этой моей, по-моему, был. Нет? Разворачивай, разворачивай. Вот теперь вниз. Он везде. Опа. Подъязка приятная. О, первый сегодня подъязочек. А клювал вообще прям сразу утопил поплавок. Может, и там подъязок. Видишь, как он мощный. О, у меня кто-то клюет. Подожду еще. Это у тебя вон. Веточка. Нет, нет. Вот она дергала. Она веточкой давно там уже повисла. Да? Ну блин, наверное, опять прозевал. Меня клюет. Тащи. Ты смотри на свой поплавок. Видишь, карась? Королесь. Смотрю на свой поплавок. Давай, твой монитор, если что, да. Давай. Ты еще бросай, если я вдруг... Ёлки-палки. Предлагаю карасей выпускай. Жрают нас комары, ребята. Спасаемся, комаринка. Уже ноябрь скоро, у нас комары в Сибири, ё-моё. Давай. Благодарствую. Не, там мошки. Нет, ну и комары вон рядом перед тобой тоже, видишь? Вот. Сейчас опять не успел включить камеру. Тарик заломал такого вот подъязка. Подъязочка, ну, хороший. Вообще самый здоровый сегодня подъязок. Ох ты, ё-моё. Ты потом музыку наложишь сюда с гарной шейка. Будет весело. Кто-то у меня там теребил. Сейчас поплыву. О, натянул. Ух ты. Ух ты, карась. Я хотел сказать, что-то чувствую, там как будто бы бьется. Сердце бьется. Ну, здоровенный конь. Да, вот это карасище. Я ж подумал, спер. Такой прям бодрый. Такой вот. Карасяш. Аккуратненько, чтобы он нам все тут здесь не раздрал. Так, кто-то у меня там дернул раз. И все, что ли? Давай еще раз дернем, чтобы я вытащу. Так, у меня там кто-то клевал, но я не вытаскиваю. Посмотрю, может, он там сидит. Хотя маловероятно, конечно. О, сидит. Ну вот, а ты не в курсе. А я не в курсе. На видео хоть снял? Снял. Пускай. А мы не знали. А мы не знали, что ты там. А мы думали, обман. А я и не знала. Давай. Вот, а раз кого-то там тянет. Щука. Щуку поймал. Ты смотри, щуренок. Ну как щуренок? Хороший щучонок. Давай. Ай. Открывай. Так. Порезвее вот раздернул. Такого леща мы отпустим, ему иду маленького. Лещище. Блин. А щуренка заберем. Лишь бы он ко мне не клюнул. Ну как щуренок? Нормальный щуренок, грамм 700 есть. Ну. Вес есть, да? О, вот. Такой вот щукенцы. Ванночка уже полная, аж сыпется из нее. Ну сейчас, чуть-чуть. Я говорю, пора карасей выкидывать. Ну мы мелких и так всех отпускаем. Ну надо крупных теперь выкидывать, начинать. Не надо никого выкидывать. По-моему, это знак, что все, хватит рыбачить. Все по одной. Он совали тебе. Ага. Съел. Просто если бы у нас еще ничего не было, то мы... Что, клевал? Она? Да. О, кто-то бьется. Ух ты, опять щукенцы. Ты думаешь, стоит ехать или чуть подождать? Я думаю, стоит ехать. Чуть-чуть.
Чуть-чуть. Ну, еще, давай не щуку хотя бы. Давай хотя бы не щуку. Ты снял хоть на видео? Да, я снимаю. Все снимаю. Ты раз, Владимирович, как ты ловишь? Лови, ты лови, лови. Я буду снимать. Ломай сразу хребет. Тихо, 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 тихо. Блин, на... ух ты, блин. Блин. Держи ее здесь. Какая-то такая деловая. Смотри-ка, щука заходила, да? Ты ничего не заходила. Но тем не менее зашла же к нам в гости. А вот я ее положу. А, ну я. Не-не-не, ломай хребет ей. Не, не ложи ее. Да ё, что она так бьется. Собака. Вроде не такая здоровая. Ну где-то под килограмм. Щукенца. Это вот крестера зовут щучка. Щучка. Успокаиваю сразу их вот так. Не знаю, успокоил или нет. Пусть я сама дальше успокаивается. Я говорю, надо начинать карасей выкидывать потихоньку, заменять их щукой. Ну тогда по крайней рыбке и сворачивайся. У тебя крайняя рыбка уже была забросом 15 назад. По последней рыбке. Все, давай сворачивай. Вот она. Клевка. Клевала? Я не видел. Клевала. Эй ты, смотри. Все, все, ты за двоих поймал. Зря из-за себя. Клюнул, подсекай. Че, нафиг, может, выкинем? Да пусть лежат, че. Пусть лежат. По-моему, тебя клевало. Не видел. По-моему. Не знаю. Давай подождем. Фиг знает. Так уже складывать не буду. Подожди, подожди, у меня мотор еще. Не надо, не надо, не надо. Я чуть-чуть, нет? Стой, стой. А, ты его хочешь про это? В общем, отличная получилась рыбалка. Хапуги сегодня отработали. Вообще прям изумительно. Ну куда, ребят, лучше? Такой, смотрите, сазанчик. Это где-то килограмма на 4. Сазанчик. И вот эти два по полтора. Судачок тоже отличный. За кило попался. В общем, рыбалка удалась. Три щучки, подъязки, лещи, блин. Караси все ловят, все, что в воде плавает, хапуга все ловит. В общем, хапуга себя оправдала, ссылки снизу оставлю, хотя это и зимняя снасть, я думаю, зимой еще лучше на нее будет ловиться. Ну а пока что мы готовимся к зиме, вот пробуем хапуги. Так что, кому интересно, ссылку снизу оставлю на магазин хапуги, на наш. Сами делаем, сами изготавливаем, отправляем. Ну и все. Если кому-то понравилось, то ставим лайк, подписываемся на канал, дальше будет интереснее. Всем спасибо за просмотр, всем пока.